Всем привет, дорогие подписчики, с вами Арман, и сегодня мы будем играть в Clash of Clans. Точнее, я буду делать сегодня обзор своей базы. И это, скорее всего, последнее видео на моем основном канале, и видео будут выходить на мой лайв-канал. Точнее, видео уже выходит на лайв-канал, просто не все подписаны там, и немногие видят эти видео. В общем, сегодня что будем делать? Сегодня буду показывать вам свою базу и будем переходить на 9-ю ТХ. Точнее, буду поставить на оп свою ТХ-шку, потому что у меня сейчас абсолютно фул 8-я ТХ. Так, сейчас я войск быстренько поставлю. И буду начинать свой обзорчик. Так, вот так выглядит моя база. Решил все эти елочки оставить, а все остальное убрать. Так, думаю, получится довольно-таки красиво, когда будет много елок. Итак, как мы видим, сейчас у меня 200-400 тысяч, точнее 2 миллиона 3-400 тысяч эликсира. Ну, почти, вот. И у меня в кланкастеле есть еще 666 тысяч эликсира. И точнее, мне хватит ли апа своего ТХ. Так, как вы видите, я прокачал наконец-таки свой заборчик, и у меня весь забор теперь 8 уровня. Я решил прокачать его, поскольку я знаю, что на 9-м ТХ для этого времени не останется. Потому что там апгрейды стоят очень-очень дорого. Вот, например, мортир 320 тысяч. А, нет, 3 миллиона 200 тысяч. Да, вот так даже. Башня колдуна вообще 5 миллионов 360 тысяч. Ну, в общем, апгрейды там очень-очень-очень дорогие. Так что на забор мне вряд ли хватит времени. И вот 8-й забор прокатит даже на 10-м ТХ, я вот так скажу вам. Но я прокачаю, наверное, и там, когда опять у меня будет фу. Так, давайте начинать свой обзор. Начнем, пожалуй, скорее всего, из лаборатории. Ну, тут я купил себе две статуи. Статуя Пеки и статуя, могучую статую, которая стоила 500 эликсира. 500 гемов или кристаллов, как многие называют. Почему я это делал? Потому что у меня уже есть 5-й строитель, уже давно-давно есть. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. И мне гемы как бы больше не нужны. Иногда поставлю вот на ускорение вот казармы, и все. Можно смело потратить. Еще вот хочу собирать для пиратского флага. Еще 500 надо. Но это потом. И хочу сказать, что я не донатил в эту игру. Даже не знаю, как донатить сюда. У меня нет карточки такой специальной. Блин, телефон звонит. Сейчас я вернусь, в общем. Так, все, ребята, я уже тут. О чем говорили? Да, я не донатил в эту игру, я просто сидел чисто задротель некоторое время. Вот чтобы выполнить этот гребаный квест. Так, где он? Вот. Ну, мастер лигу надо было попасть. Звездная лига по-другому называется. А, нет, блин, чемпионская лига, ставь чемпионом. Вот, я дошел до мастера, и там мне дали 1000 гемов. Мне ровно столько не хватало для 5-го строителя. Вот я чисто сидел за дротель где-то 2 или 3 дня. Нет, 3 дня вряд ли. В общем, 2 дня сидел и задротил. Вот, и наконец-таки себе взял 5-го строителя. Это были такие мучения, блин, ребята. Я не знаю, как многие до для этого. До чемпионской лиги доходят, но если для меня на 8 ТХ доходить до чемпионской лиги было очень трудно. Но я знаю, что некоторые это делают на 7-м, на 6-м ТХ, но им, соответственно, легче, потому что поиск стоит дешево. Так вот. В общем, в казарме, в лаборатории у меня все, что можно прокачать за эликсир, все абсолютно прокачано. Вот все войско практически 5-го уровня, ну тут кроме ангела,
Пеки и Дракона, потому что они недоступны больше от 3 уровней. Даже Пека недоступна на 9 ТХ, его надо улучшать на 10. А мне, пожалуй, этого хватит пока что. Вот, банки тоже у меня по максимуму прокачаны. Вот даже зелье ярости у меня вообще фул прокачан. Так, а что касается темной казармы, я прокачал себе голема до 2 уровня, поскольку я атакую топ-миксом, а без голема там никак не обойтись. И дешево вот качать свинок до 2 качал, и сейчас качаются до 3 уровня. Но свинок, потому что свинки лучше были, чем мухи. Мухи и этот валькирия. Я им вообще не пользуюсь, мух используют в основном с шарами, а я не шаровод. Ну а эти нигры могут когда-то пригодиться. Так, закроем это и перейдем к базе. Так, что у меня тут? Пушка до 10 уровня. Да, я просто скажу максимум уровень, какой тут бывает. Мортира 6 уровня, воздушная оборона 6 уровня, башня лучи 10 уровня. И этот спорщики, эликсиры 3 уровня. Не знаю, почему так такой маленький уровень доступен, но с него практически ничего не идет мне. А вот темная казарма, где я прокачал я до максимума 4 уровня, чтобы было легко создать големов. Все казармы 10 уровня, я давно их прокачал. А вот шахты максимум 11 уровень. Хранилище 4 уровень. Что еще? Теслы 6 уровень. Кланка стал 4 уровень. И все шахты тоже по максимуму прокачаны. Вот что еще. И король, самый главный персонаж. Прокачан до 10 уровня. Максимум уровень. И сейчас буду накопить деньги, точнее черного эликсира, чтобы купить себе королеву и прокачать. Насколько знаю, он стоит 40 тысяч. 40 тысяч. Сейчас посмотрим, где она была. Нет, не тут, вот тут, да, 40 тысяч черного эликсира, но апгрейды его стоят, соответственно, дешевле, там, первые 20 тысяч, и начинается вот так, 20, 22, 25, ну, в общем, это мы потом узнаем. Так, военные лагеря, да, 6 уровня, ну, это доступно было еще на 7 ТХ. Что еще тут остается? Эти шкафчики прокачаны до 2 уровня. Больше мне не получится прокачать пока что. Воздушная бомба до 3 уровня. Так, большая бомба. Гигантская бомба, точнее, до 3 уровня. 4 уровень доступен только на 10 ТХ. Где у меня минки? Вот, воздушная минка у меня не прокачана, потому что не позволено на этом уровне. Но фабрика до 3 уровня прокачана. А еще что тут не показал вам? Сейчас вот увидим. Так, башня колдуна, наверное, не показывал. Или показывал? Нет, не показывал. 6 уровень. Не знаю, что буду прокачать в первую очередь после вот перехода на 9 ТХ. Скорее всего, поставлю лабораторию, построю себе 2 арбалета быстренько и поставлю этого, как его, фабрика эликсира. Еще там остался один рабочий, и его не знаю, что буду строить. Сейчас посмотрим, что нужно еще строить. Так, башня лотниц, башня колдуна, арбалет, королева, спорщик эликсира. Скорее всего, вот эти здания там РТФ, еще башня колдуна, Тесла, вот это потихоньку поставлю, пусть прокачаются. Еще там 25 заборов надо качать мне. Ну, а то, думаю, быстренько буду качать. До 8 буду качать, и там потихонечку, как в конце, когда у меня будет все прокачано,
Буду прокачать себе заборчик, если смогу до 10 уровня прокачаем. Я не знаю, все говорят, что на 10 ТХ делать нечего абсолютно. Там только Инферно доступно, становится еще один арбалет. Но говорят, там фарм очень плохой. И вообще не стоит вот переходить туда. Я не знаю, я довольно-таки много времени провел на 8 ТХ, еще планирую довольно-таки много времени провести на 9 ТХ. Ну а про 10 я пока что не знаю. Ох, блин. Ну, в общем, я делал свое дело на 8 ТХ, прокачал все, абсолютно все по максимуму. И сейчас можно смело переходить на 9 ТХ. У меня 5 рабочих очень долгое время стояли, пока я качал заборчик. И сейчас вот она, момент истины. Прощаю вас, мой уровень ТХ. Вот и все. Поставили. И у меня остается 9 минут до этого заканчивания счета. А вот у меня даже тут кемы есть, но я не буду их собирать. Красивенько лежат. Еще было бы красиво, если были вот. Да нет, не туда. Вот тут. Ничего, тут так тут. Ну, сейчас у меня делать будет ничего. Я буду фармить, постараюсь сделать себе фул этот. Заполнять все шахты. Точнее, хранилище золота и эликсира. Накоплю 40 тысяч черного эликсира и буду очень хорошо вот встречать 9 ТХ. Ах, шалю скорость не могу. И сейчас буду участвовать в КВ. В этом КВ, скорее всего, я буду добивать, потому что вот атаковать, ну, некому. Не на кого нападать. Не знаю, все довольно-таки странные базы. Ну, я буду вот добивать. Ну что, ребята, на этом закончим наш обзорчик. Обзор фулл ТХшки. Фулл 8 ТХшки. Ну что, в конце хочу сказать, чтобы подписались на лайв-канал, поскольку это, скорее всего, последнее видео на основном канале по этой игре Clash of Clans. Это видео, скорее всего, на лайв-канал тоже пойдет, но скорее всего, ну, не знаю, в оба канала залью. И вот после этого на основной канал практически, точнее, вообще не будет Clash of Clans. Ну, не знаю, все тут смотрят танки и не хочу никого обижать. В общем, ребята, кликаем по ссылке, которую сейчас вот постараюсь еще не забуду ставить в аннотации. А если забуду, то ссылка в описании. Вот кликаем, подписываемся на лайв-канал и смотрим. Если вам нравится эта замечательная игра. И, кстати, на лайв-канале будет не только эта игра, еще и другие игры постараюсь заснять. Еще там снимаю обзор, точнее, по ссылке из Китая, который я получил. И довольно-таки интересно, советую вот подписаться. Ладно, а на этом все. С вами был Арман. Всем удачи и всем пока. И не забывайте ставить свои лайки.